Фу, черт! Привет, дорогие друзья! Я люблю Владимира Зеленского. Люблю и все, не могу с собой ничего поделать. А как каждому человеку, которого я реально люблю, я всегда хочу указывать на какие-то недочеты. Но здесь уже пора указывать не на недочеты, а на конкретные провалы. А в чем заключается провал? Провал заключается в том, что он сильно провалился, знаете. Сильно провалился пиар. Потому что лучше никакого, чем такое. Я понимаю, что начинает происходить плюс-минус, да, вот как в сериале. Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье. Во-первых, я так понимаю, что тот самый пул, о котором заявляли представители офиса президента, что будет сформирован какой-то журналистский пул, что он уже сформирован. Ибо этих людей, а когда я говорю этих, сейчас я объясню каких, пригласили как-то, ну как-то так вроде как немножечко не публично. Может быть, конечно, мы что-то упустили, но я не видел публичный заклик до... Потому что там было бы велосипедистов намного больше, да? И вот они поездили на велосипедах. А вот мы смотрим, стоит Владимир Александрович Зеленский, просто как обычный человек на велосипеде. А дальше мы видим журналистов, и хоть несмотря на то, что многие из них делают лица суровые такие, типа, ух, я сейчас выведу у тебя всю правду. На самом деле, это люди в большинстве своем ноунеймы. Со всем уважением, но все-таки ноунеймы. И такое впечатление, что выбраны были специально люди, которые или сбитые 150 лет назад летчики, или ноунеймы, и над этим всем Шустер. Вы знаете, судя по Шустеру, я так думаю, что не худо было бы туда притащить еще одну очень влиятельную Соню Кошкину. Но так как Соня Кошкина открытая парохоботка, то ее не пригласили, знаете, ну потому что люди, которые живут в прошлом, для них на самом деле там вот это влиятельные журналисты там и так далее, да. Савик Шустер покатался на велосипеде, старик. Ну и давайте посмотрим, как это было. Это отчет BBC. Смотрите, видите, это едет Зеленский. А это украинские журналисты написаны. Ну, не очень. Не очень. Потому что вот это конкретно, это Михаил Подоляк. Михаил Подоляк, которого взяли советником Ермака. И Михаил Подоляк, я так понимаю, знает, как устроить пиар. Это не журналист. Это Михаил Подоляк. Видите, как интересно? Велопрогулку президент приурочил к Дню журналиста. Необычно, да? Как необычно, а? По-европейски. Это идеальное место для велосипеда. Да, так и есть. А это журналист BBC, смотрите, пообщался с президентом. Это идеальное место для велопрогулок. Да, так и есть. Напоминает рекламу, по-моему, еще конца 90-х с братьями Кличко, когда они рекламировали газету «Сегодня». «Эх, хорошо сегодня», — сказал один, а второй посмотрел на него и сказал, «Да, сегодня хорошо». Вот такой! Я еще раз смотрю на эту фотографию, на эти фотографии, этих людей, которых, ну, большинство из которых я просто не знаю. Короче, подавляющего большинства которых я не знаю. Может быть, потому что я, ну, не общаюсь там в тусовке, но я не знаю, что это за люди, да? И вот я смотрю на это все, вижу Савика Шустера, вижу Подоляка, который это все и организовал. И понимаю, что я это где-то уже видел. Где же я это видел? Все, это для меня конец. Просто классно. Бассейн, это просто классно. И там рядом с ним вроде как... А, те же самые. Михаил Подоляк, гений пиара. И Савик Шустер, выдающийся журналист Украины. Вот тут вот спрашивают, как он, как лежит
Янукович, а там под низом там они жужжат пчелы. Это же это важно. Это очень важно. Там пчелы, да, ульи. 2 часа сна, это 8 часов приравнивается. А здесь вот 4 улика. Улика? Да. Улика? Ну, да. Работающих сейчас, да? Да, есть. Он же, за счет пчелами? Да, за счет того, что жужжание, наверное, есть. Улика. Улика преступления. И вижу те же лица, понимаете? Ну и, понятно, Ткаченко еще всунулся. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. И Янукович тогда пригласил журналистов в Межигорье и даже бегал по пенькам вместе с ними. Он бегал с ними по пенькам. Ну, это не помогло в итоге. И вы помните, как закончил Янукович. Где-то уже такое было, ребята. Ведь это же все было. И понимая, что этого маловато для пиара, они начинают наворачивать такие вещи, которые вообще, ну, гениальные. Давайте без ложной скромности скажем. Это же гениально. Ибо идет некая журналистка и встречает Зеленского в маркете. В маркете он просто приходит и выбирает продукты. Ну вот вам крест. Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию, без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского в мясном отделе. Я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход. Ну, понятно, он. И охрана мягкая-мягкая, не такая, как всегда. А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным. Сегодня день журналиста. И я в прошлом журналист, у которой были статьи и передачи на телевидении. Могу оставаться незамеченной. Я не понимаю этот полет мысли, что хотела сказать женщина. Но, в общем-то, понятно. Зеленский пришел в мясной отдел, еще и в сырный. И лично стоит со списком, выбирает. Она там в комментариях так и напишет. Он со списком выбирал. Ну, видно, послала, ну, жонка. Владимир Александрович, надо было еще больше повернуться, потому что так бы могли возникнуть там разночтения. Может, это не вы? Вы, да? Просто берет и идет в магазин. Я вам должен сказать, что вот у меня жена занимается партией, да? Она иногда не может выкроить время для того, чтобы съездить маникюр сделать. Я слышал в свое время, что Владимир Александрович Зеленский работает 28 часов в сутки и голову не может поднять. При этом он лично едет выбирать мясо и сыры в магазин. Просто обычный человек. Тогда второй вопрос сразу же накрывает. А почему Владимир Александрович вот так вот встречается с представителями сельской местности, сельского хозяйства? Они не так, ну, как бы безопасны, как люди, которые могут находиться в маркете или что? Я понять не могу. Ну, то есть в супермаркете безопасно. А вот селяне, они набросятся или что? И, конечно же, все это можно замкнуть на вот это. Вот Порошенко и его жену совершенно случайно встретили в супермаркете. Тоже дежавю, друзья мои. А встречал их тогда, вы помните, исключительно Олешко. Помните Олешко Порохобот? Потом он встретил еще совершенно случайно Марину Порошенко на заправке. Она тоже лично выходит там, заправляется. И колеса накачивает, говорят. Знаете, насос выносит такой и накачивает. Я могу сказать, одним словом, охарактеризовать вот это вот пиар-потуги, наверное, как-то так можно назвать. Можно назвать пиар-потуги офиса президента. Это для быдла, скорее всего. Может, я, конечно, не прав. Просто свое мнение, извините. Если не прав, извинюсь. Это для быдла, скорее всего. Для каких-то тупорезов. И для тех, у кого абсолютно нет памяти. И которые не помнят, что все это уже где-то было. Дешево, господа. Жду уже фоток из троллейбусов, наконец. Владимира Александровича случайно застукали в метро. Случайно застукали там еще где-то. И постоянно застукивали постоянно. И лучше, чтобы одни и те же. А на заднем фоне, чтобы там ходил где-то подоляк, такой, с планшетом, создавая такую иллюзию всерешаемости. Ну, верная дорога идете, товарищи, я думаю, что этот пиар играет вам на руку. Пока, у меня все.